Поскольку я являюсь одним из лидеров проукраинского движения «Донецк – это Украина», которая организовала в основном все мероприятия по Донецку. К сожалению, такие как 13 числа, когда был убит представитель партии «Свобода» Дима Черняс, которого я знал лично, и другие разные случаи. Конечно, я видел и нападения, и убийства, которые производились боевиками с целью запугивания и терроризма людей. Со стороны ДНР в основном обученные боевики, профессиональные наемники. Это люди, которые воспитывались и проходили свое профессиональное становление как боевиков в разных горячих точках, таких как Чечня, таких как Косово в свое время. Поэтому там очень много представителей Чечни, Дагестана, Южной Осетии, которые воюют на стороне ДНР за определенные свои интересы и в основном деньги. Если брать в целом население Востока, то это, безусловно, большинство проукраински настроено. Если поначалу это было процентов 5-15 поддержки пророссийских настроений, я уже не говорю вообще про мизерный процент сепаратистских взглядов, то на сегодняшний день этот процент действительно вырос. Это где-то уже треть населения поддерживает ДНР, Россию, разные формы противодействия центральной власти. Но этот процент все равно невелик, и он меньше половины. Сегодня в условиях уже легитимного президента можно говорить о том, что есть два направления, которые должны быть параллельными и ни в коем случае не взаимоисключающими. Первое – это диалог, который возможен только с теми, кто готов сложить оружие, с теми, кто не участвовал в погромах и убийствах. И, конечно же, язык силы с теми, кто другого языка не понимает. А наемники и люди, которые убивают людей уже на сегодняшний момент десятками по каким-либо своим мотивам, в основном это политический мотив и мотив просто личного обогащения, с ними диалога быть не может. Им надо дать либо коридор, чтобы они ушли туда, откуда они пришли, либо выдавить их силой, опять же, в том же направлении.